сияем ярко, мы будто фонари. Не, бро, не так. Мы сияем ярко. Пацаны, здорово всем, как мы и договаривались, в этой серии мы отвозим тачку в малярку и, возможно, целый месяц ее будут красить. Я думаю, вряд ли нам раньше ее отдадут. В марте уже неизвестно, какая погода будет, удастся нам пятачки покрутить еще или нет, мы это с вами посмотрим. Серия длиной месяц, вот это я понимаю масштабы. Что касается марка, косяков здесь дофига. Самое основное, что бросается в глаза, это зазоры. Зазоры надо подтянуть. Телевизор, планочку подтянуть, выставить зазоры. Этим должен заняться профессиональный костоправ. Также у нас, конечно же, не без косяков. Полностью сгнила вот эта часть. Дверь тоже сгнила. Крыло мы будем менять на контрактное. Дверь, скорее всего, будем тоже на контрактную менять. По задней части у нас на заднем крылышке где-то примерно вот так вот шпаклевка, потому что вот тут вот уже отваливается, ну немного ее снизу, вот такой пятачок. В целом на тачке шпакли по минимум. Машина 94 года выпуска, и в принципе, ну нереально сейчас найти без шпакли. У меня еще, я считаю, идеальный вариант. Пороги, кто не смотрел предыдущие выпуски, мы уже переварили. Все офигенно, все красиво. Ну и обвесы уже находятся у ребят, куда мы едем. Будем ставить туриковские, стоковые. И будем красить тачку в круг. Косяков здесь дофига. Вы спросите, а зачем в круг? Да на каждом элементе косяк. Даже посмотреть на крышу. Вот большая царапина. Вот косячки. Даже на крыше есть косячки. Не говоря уже про целом тачку. Ну и самое основное, это какой же будет цвет. Потому что все вы знаете, предыдущий марк был красный, ядовитый красный. И всем он вам понравился. Но этот марк, смотрите, 94 год выпуска. Немножко старая тачка, я боюсь, что если мы сделаем супер яркую, то будет некрасиво. Знаете, как бабушка 90-летняя накрасит красные губки, сделает себе такие сережки какие-нибудь ядовито-зеленые. Ну, и также эта машина уже старикан, и что-то надо сюда строгое, интересное. С цветом мы с вами определимся чуть попозже. Посмотрим, во сколько это выйдет. С ребятами я не знаком, где мы договорились красить машину. Надеюсь, они покрасят ее хорошо, оперативно, быстро, красиво. В общем, погнали. Ловим на лету, дело доведу, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе. Ловим на лету, дело доведу, все мы на виду. Я ведь ну и был куплен на два. Твой враг. Время сузит круг. Я думаю, прикольная, конечно, идея взять зиму 90-х, самурая. Катимся very nice. Адики, часики, эти файс. Я сам себе знаю прайс. Акулам не законает лайт. Нет, не за горами лайф. Мы же хотели свой парадайз. Огромный телек, к нему девайс. Миллион денег и жизнь айс. Слушай, закрути не мой. На любой случай, на мне бесена не кучи. Слушай, слушай, я руками тучи. Унеси меня на ковре летучи. Слушай, слушай, закрути не мучи. На любой случай, на мне бесена не кучи. Слушай, слушай, я руками тучи. Унеси меня. Друзья, хочу вам сообщить, что 20 марта состоится футбольный матч, и не простой, а Эль Классико, где в 23:00 будет играть Реал Мадрид против Барселоны. И мои постоянные партнеры Звоных сдают самые высокие кэфы на этот матч. Пополнение счета без комиссии, регистрация в один клик без паспорта и моментальный вывод средств на большинство платежных систем без потерь. Ссылочку ты найдешь в закрепленном комментарии. Приехали мы в гараж Paint, и Павел, который будет курировать мой проект. Здорово, Паш. Ну, давай расскажем, почему мы вообще оказались у тебя. Ты мне до этого писал в инстаграме кабана, да, говорит, кабану. Приезжай, да. Загоняй. Но мы кабан поехали чинить в другое место. Я начал уже спрашивать у вас, куда загнать тачку, где ремонтировать ее, куда лучше. Вы мне кидали много вариантов, в том числе и про Пашину станцию писали. Да, у Паши здесь не супер-пупер масштабная, да, такая станция? Будет развиваться. И у нас тут нету покрасочной камеры.
Ну, да, многие скажут, момент. Что, ну, блин, как без покрасочной камеры? Но я много машин красил без покрасочной камеры. И если есть ум, и если есть руки нормальные, то можно, при желании, в принципе, все можно сделать. Покрасить довольно качественно. Почему мы именно сюда приехали? У Паши адекватный ценник, и он показал мне свои работы, как он красит. Меня все устроило. Договорились, что будем полностью обливать машину, и это у нас займет, ну, в лучшем случае, 3 недели, но... где-то месяц примерно, да? Будем стараться. Самое плохо, да, это месяц. Ну будем и успевать за 3. Почему мы здесь? Это, конечно же, цена. Ценник довольно-таки гуманный. Договорились, что полностью подключим машину вместе с проемами — это 90 тысяч рублей, без проемов — 80 тысяч рублей. В те места, куда вы мне советовали, это где покрасочные камеры, где штат там 50 там сотрудников, где там все красиво, где там девочки с такими сиськами ходят. Там уже говорили 150, 200 тысяч, а то и 300 тысяч. Но когда машина за 230 тысяч рублей, я уж не буду бегать там, знаете, с лупой, смотреть, где там риски, где там еще какие-то там бывают. Как... Нет, ну да, цена-качество. Будем делать хорошо. Максимально красиво. У Паши большой опыт, они красят здесь каждый день машины. И ну, ладно, что нет покрасочной камеры. Главное, что получилось все четко и красиво. Многие писали про цвет Нарда Грей. И, если честно, сомнения есть. Вы, потому что, пацаны, писали, скидывали цвет Audi RS. Это сейчас модно, молодежно. Но когда это гоночная машина Audi, ну, согласись. Да, ну, то есть, мне кажется, это на дутых формах, более таких овальных, на чем-то таком более дерзком. Типа, этот все-таки больше на классический седан уже. Не, ну, я тебе скажу, ток. Audi RS, да, там, за 7 миллионов надо еще придумать такой цвет, чтобы его, ну, чтобы она не смотрелась, да, ну, блин, тачка, ну, офигенная. Да. И вот мы сделали выкраску как раз Нарда Грей. Разные оттенки, самый темный, средний и светлый. Есть у меня замечательные обвесы, которые у Паши лежат уже здесь неделю, он их подготовил. Сделал первично грунтовку. Это просто обычная грунтовка. Да, это стандартный серый грунт. Ну, и ты замечаешь, что... Это Нарда Грей. Грунтовка — это Нарда Грей. Ну, подобие, да. То есть, самый эконом вариант — загрунтовать и под лак. Но это... Ну, по сути, у нас так и получится. Хорошо. Если мы выберем цвет Нарда Грей, у нас получится грунтовка под лаком, по сути. Да. Просто у Нарда Грей его под более сильную линзу прячут. То есть, ну, перелакировывают еще там на 2-3 слоя. Ну и все, к чему красиво. Это? Что, пацаны, очень довольно спорно красить старенькую машину в такой незаметный цвет, и чтобы он был еще цветом грунтовки. По поводу цвета мы еще не определились. Есть вариант покрасить его в белый перламутр, серый перламутр. Вот он. Ну вот белый перламутр. Да, только он... Какого-то вот он лака здесь мало, да, как будто кажется? Да, а этот твой родной, просто мы убрали вот все оттенки серого, так скажем. Ну, сделали его более бежевым. Мы, конечно, рассматривали еще какой-нибудь ярко-синий, но опять же, это спорно. Ну, мне кажется, просто этой машине не подойдут такие цвета. Ну вот мы и склоняемся, чтобы, знаете, не получилось аляписто некрасиво, либо не получилось серая мышка непрезентабельная. Все-таки склоняемся к белому цвету. По документам он у меня серый. И не просто белый, а сделать его белый перламутр, как самые последние Камри, там, 70-ки. Да, Продосы и прочее. Дорогой, красивый цвет перламутра. Перламутр — это не просто белый, а это уже трехслойка, это уже дополнительные работы. Но он качественный, он красивый. И самое главное, смотрится строго, дорого и презентабельно. Так что, скорее всего, у нас будет белый перламутр, но это не точно. Так что будем уже постепенно сюда появляться, смотреть. Сейчас оставляем здесь машину. Ну а следующее наше включение будет, когда что-то уже интересное будет происходить с этой машиной. Прошли ровно сутки с того момента, как я отдал машину, и уже первые растраты. Минус 13 тысяч рублей, запчасти лежат здесь, купил уже переднюю правую дверь, купил уже переднее правое крыло и купил молдинги на двери, потому что мои эти запчасти были в плохом состоянии, уже местами гнилые, ну и кое-где была шпаклевка. Так что было принято решение с контрактной машины, офигенные запчасти, практически как новенькие, все куплено. 13 тысяч рублей. Пойдемте посмотрим, как они выглядят. 4 молдинга на двери. Они уже крепятся по низу двери. И очень редкая запчасть. Она часто в плохом состоянии у многих марководов. И за вот таких вот 4 молдинга я отдал 5 тысяч рублей. Это еще за скидкой. Представляете, вот эти вот херни. 4 штучки, 5 тысяч рублей. Потом у нас тут лежит крылышко. И крылышко оказывается даже в цвет, как у меня машина, точно такой же, таким же цветом, с контрактной тачки. Смотрите, ни рыжика, ни жучка, прям просто офигенное состояние. Тут немножко у нас есть маленький дефектик.
краска чуть-чуть как будто начала облазить вот здесь. Но это в любом случае мы будем подготавливать, мы в любом случае будем перекрашивать. Самое главное, что ровная, нержавая деталь, и все по кайфу. Ну а тут лежит дверь, уже как приедем, покажу вам. Поехали отдавать все это добро. Хотел бы с вами еще обсудить такой вопрос по поводу цвета автомобиля. Белый перламутр, сейчас у меня серый перламутр, а хотели побелей и сделать просто перламутровый красивый трехслойка. Но, пацаны, это проект, и как-то, знаете, серых, белых машин очень много по городу. Даже сейчас вот посмотреть, вон белая, 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 но одни белые машины. Ну и кого сейчас белым цветом удивишь? Хочется как-то себе перекрашивать полностью в круг вместе с проемами. Ну, чтобы уже цвет какой-то был интересный. Если брать совсем яркий какой-то, там ярко-зеленый, ярко-желтый, мне кажется, старенькая машина, возможно, тоже будет смотреться как-то аляписто. И будем подбирать какой-то цвет и интересный, и не слишком яркий, но и не белый, и не серый. Так что, ребят, для вас это будет интрига. Как покрасим, вы это все увидите. Надеюсь на поддержку и надеюсь, вам понравится. Посмотрим сейчас, изменилось там что-то или нет. Возможно, ее немножко подразобрали уже. Так, 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 аккуратненько куда-нибудь сюда паркуемся. Моя машина стоит здесь. Чарльз, привет. Уже работа кипит, да, получается? О, как я понял, вот это вы отметили, это все косяки, да, которые есть на машине? Вот этот фломастер специально отмечает все косячки, все царапинки, чтобы уже глаз не замылился, чтобы проще было их найти, обнаружить. И что самое интересное, ты еще тут не шибко, да, не снял? Немного? Не, только начал. Ну, с поклевочки здесь хватает, да, как мы говорили, что... Да, достаточно. Ну, ты, смотри, верхнюю слой снял, она уже, в принципе, смотри, лежит нормально. Она, помнишь, у нас отслоялась, да, немножко, ну, что трещинки были? Да, ну, то есть вот моментами здесь вообще до металла приходится. Угу. Не, ну ты немножко снял, уже все, как бы она однородная, в принципе, лежит. Ну да, местами. Угу. Ну косяков, как вы видите, здесь хватает, судя по тому, как здесь отметили, посмотрели. Ну ничего страшного нету, я за крылышко, за заднее переживал, думал, там намного хуже будет. По сути, ну чуть-чуть шпаклевочки было, машина не новая, что говорить. Критического вообще ничего нету. Достаем запчасти, сейчас я вам дверь покажу, в каком она состоянии. Вот такая дверка, не пойму каким она цветом, то ли черная, то ли синяя. Взял я ее полностью голую, сняли всю внутрянку, это стеклоподъемник, стекло, все тяги. И она 4000 рублей стоит. Но как донор, по-моему, идеальный вариант. Состояние хорошее, ржавчины нигде нету. Что не скажешь про мою. Ну а что касается моих старых деталек. Получается, вот коррозия на двери, тут уже как будто как шпакля. Вот коррозия, насквозь крыло прогнило. Так что вот эти элементы нам хоть как пришлось бы менять. Тут вон какая коррозия. Можно вандально поиздеваться над машиной. Интересно. Не, не прогнется она, я думал. Ну, труха есть труха, но она еще как-то держится, да, здесь? Ну вот как-то так. Восстанавливать уже смысл. О! Ну вот примерно так. Вы, я думаю, поняли. Прикол. Ну и здесь такая же чепуха. Ну хоть не насквозь, но все равно уже есть. Ну все, оставил машину, работа кипит полным ходом. Включимся с вами уже дней через 5, через 6. Посмотрим, что изменится, что будет новенькое. Все вам буду показывать. Также сейчас уже на стадии заказа краски. Краску буду заказывать, скорее всего, в компании FX Color.
я ей уже много что красил. Предыдущего марка, кабана, Mercedes CLK. Ну там краски офигенные просто и эксклюзивные. Будем в интересный цвет красить. Не хотим ни серый, ни белый. Так что заказываем, ждем краски. Ну и машина пока делается, чуть позже включимся. Прошло 6 дней с момента того, как мы загнали тачку, и будем включаться периодически. Примерно раз в неделю сюда приезжать, смотреть сами, ну и вам, конечно же, все показывать. Самому интересно, что там изменилось за эти 6 дней. Краситься примерно будет машина, ну, не меньше, чем месяц, потому что будем красить с проемами, будем красить по максимуму качественно, насколько это получится. Где что-то потребуется, будем снимать до металла, где не потребуется, не будем снимать до металла. Ну и скажу я вам, что я заказал краску в компании FX Color. А кто давний зритель, тот знает, что такое FX Color. Это офигенная компания, где делают эксклюзивную краску, очень красивую. И там как раз был покрашен этой краской Mark II, Кабан, CLK. Ну, очень много машин в такую краску. И, как вы поняли, краска будет необычная. Думали сначала серенькую, ну, невыразительная, стрёмная. Нам не понравилось. Думали в беленькую под сток, типа перламутр, белый перламутр. Ну, таких машин миллион. Ну, а такую, какую мы заказали краску, будет у меня и у меня. Так что дождемся, через неделю будет поставка. Там краска не просто краска, а подложка, лак, краска. Ну, короче, дофига материалов. Ну, а теперь погнали смотреть, что там у нас изменилось. Вон там то, что ты говорил, у нас была шпаклетка, да, вы до металла все... Я тебе видео покажешь, да? Вот это скульптуру отдал делать. Ну типа тут сильно ржаво было. Все прочистили и по новой перемазали. Ну офигеть, тачку уже не узнать, уже такая прям подготовленная. Что, дверка все нормально, да, подошла? Вот ну, задняя не вставала, она была у тебя в порог задавлена, и вот уже вот. Это было уже немножко зазорчики уже. Ну что, она встала более-менее? Как? Ну, морда встала, но не новая. Не, ну понятно, что не идеал. Тут, само собой, машине уже там больше 20 лет, и мы там как завод, наверное, вряд ли сделаем. Но, по крайней мере, то, что было, то, что стало, уже, кстати, зазорчики аккуратные. Там еще внутреннюю часть надо подтягивать. Ты просто выстрелил пока. А, это предварительно, да, пока? Да. Этой пока еще не занимались, да, да. Ну, вот это подтянем еще и здесь. Ага. Ну, у тебя получается на сантиметр ушедшь. Да не, ну вот уже вот прям красиво стало все. Короче, подготовка идет полным ходом. Уже местами зашкурено, зашпаклевано. Здесь большой косяк был. Процесс идет полным ходом, вы видите сами результат. За 6 дней, я считаю, проделана колоссальная работа. Уже машина зашкурена, зашпаклевана. Тут много косяков на этой машине было. Уже установлена контрактная крылышка, которую мы купили, контрактная дверь. И уже по зазорщикам все выставлено, потому что до этого было очень сильно напутано. Сейчас зазорчики чпоньк, аккуратненький, красивенький. Чпоньк, аккуратненький, красивенький. Ну и пацаны пока подготавливают машину к покраске. Каждые вот такие мелкие косячки, все это дело будет убираться. Повозились с задним крылом, потому что здесь тоже было прилично напутано. Все сняли до металла. Здесь была шпаклевочка. Выстучили, чтобы это было меньше максимально шпакли. Ну и заново все зашпаклевали, загрунтовали. И теперь у нас вот такое красивенькое заднее крылышко получилось. Паша говорит, рыжиков на этой машине тоже хватало. Вот тут были косячки. Ну да, но они от скола были. Я помню, здесь вот у меня когда было написано, типа вот тут большой был, такая трещина прям была. Все до металла счищено. И все протравили, прочистили. Как бы крылышко вообще, оно просто крашено и все. Здесь были сколы рыжие. А протравится это для того, чтобы у нас в дальнейшем уже не было ни ржавчины. То есть сначала коралловым диском все спилили до металла, то есть он выгребает только коррозию, не трогает металл, а потом протравили химией.
Ну и Паша говорит, что состояние марка все-таки еще довольно-таки хорошее, потому что, ну, ты видел, что сейчас продается, да, но относительно он еще хорошенький, ровненький. Ну, было, конечно, местами, где повозиться. Да, у нас там было ДТП по передней части автомобиля. Опять же, его можно было сделать лучше, просто так сделали. Халтурно отнеслись. Да, типа, теперь сложнее будет его вытянуть, но сделаем. Ну, тут всю машину, как вы видели, по предыдущему состоянию, что, ну, маленько халатно относились. Мы делаем максимально, насколько это у нас все получится красиво. Подтягиваем, выставляем. Но должно быть, получиться красиво. Уже вид имеет немножко. Еду я сейчас в транспортную компанию забирать посылочку от FX Color, и там материалы для покраски. Краска, лак, подвоска, все пришло. Заказали уже дорогую краску, она кэнди цвет. Кэнди цвет, он прикольный, он должен там переливаться, смотреться интересно. Что касаемо цвета, у нас были какие задачи, чтобы не ярко было, ну и чтобы смотрелось интересно. Ну а меня, как всегда, выручает Фунтик. Документы все я оформил, сейчас надо проехать вон туды, там нам должны выдать. И тут такая парковка, там шлагбаум, а это типа пешеходный переход. У меня такая вот дилемма возникла, Фунтик сюда пролезет или нет, чтобы сюда выехать. Сейчас посмотрим, мне кажется, должен пролезть. Отличная тачка. Везде пролезет, везде довезет. Ну а вот и посылочка. Будем ее смотреть, когда уже доберемся до базы. Сейчас едем в сторону малярки. Будем смотреть, как машина будет грунтоваться. Ну и смотреть, что нам привезли. Машина практически готова уже к грунтовке. Все подготовлено, все как яичко. Сейчас будет она грунтоваться, потом еще раз подготавливаться, ну и красить. Конечно, кажется, что все это быстро, что все это легко, но мы красим с проемами, это дополнительно уже усложняет процесс работы. Ну и есть чем повозиться. Сегодня мы посмотрим, как будет тачка грунтоваться, но сейчас пока вскроем упаковочку и посмотрим, что нам прислали. Здесь дофига бутылок. Этот Паша на больше всего, как мне присылали. Значит, ну обычно меньше. Офигеть, ну столько много, они реально раньше никогда не присылали. А что такое? Отвердитель. Отвердитель, клаку. Ты квартиру в край собираешься? Да, по-моему, на две хватит. На две машины? Ну нормально. Я их попросил лучше больше, чтобы где-то кому-то потом на... Не дай бог, на подкрасить машину. Это лак. Получается, у нас три упаковки отвердителя, два... Три упаковки лака. Да. И... Серебро – это подложка, да, у нас получается? Да. Это разбавитель, да, у нас разбавитель. Это сколько их прозрачный разбавитель? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 литров. 7 разбавителей, тоже дофига, да? Ну да, ну как бы нам обойдёшек много. А где наша супер-пупер краска? Вот он, кэндик. Кэнди? Жаль, что вы цвет пока не увидите, но такие бутылочки. Сколько у нас их получается литров? 5 литров? Ну это за глаза, да? Я надеюсь, что да. Нет, кэнди перекроет, то есть там уже на вкус и цвет. То есть мы прольем 2 слоя, посмотрим. Если захотим темнее, прольем 3-4 слоя. То есть чем больше слоев кэнди, тем темнее будет оттенок. Насколько я знаю, чем больше слоев, тем она сочнее смотрится. Она в темную уходит. То есть у нее, по сути, грубо говоря, стандарт, ну не знаю, какой это, мы сделаем выкрас, посмотрим по тестам. Вообще обычно 2-3 слоя, это вот стандарт именно, то есть то, что нужно было, то, что как бы изначально заказывалось. Если хочется темнее, ну мы еще под слоек нальем. Тут вопрос больше к серебру, к подложке. Ну, материалов у нас здесь дофига, но это мы будем чуть позже уже их пользоваться. Сейчас у нас грунтовка, подготовка.
И надеюсь, что по графику, потом покраска и сборка машины. Ну, уже практически, сколько, недели две у нас ушло, но... Еще нету, ну да, в понедельник будет две недели. Работа кипит полным ходом, но сейчас смотрим, как будет грунтоваться тачка. Пацаны, прошло уже примерно 2-3 недели с того момента крайнего, когда вы смотрели этот выпуск, как мы уже грунтовали тачку, и сам процесс покраски мы вам не стали показывать. По сути, что грунтовкой покрывается тачка, что краской, то же самое, чтобы не полить цвет. Но немножко у нас затянулись сроки, ну бывает, ничего страшного. Я нахожусь уже с ништяками, и мы сегодня едем забирать Toyota Mark II. Что я купил еще для Марка? Это Эва коврики от компании... Конечно же, Эватон НСК, потому что у меня там коврики не очень, а салон надо тоже тюнинговать. Не только внешнюю часть автомобиля, но и салон. Ну и сами вы знаете, что они очень практичные, тем более у нас сейчас на дороге слякоть, грязь. И заказал я их под цвет салона, коричневые вставки Toyota. В общем, офигенные коврики. Кому надо свою машину, обращайтесь в компанию Эватон. Ссылочка будет в описании, конечно же. Ну, у них есть доставка по всей России. Ну, а также, если укажете промокод Абрам, будет офигительная скидка. Комплект эвакориков мы сейчас постелим, когда заберем тачку. Также я в багажник заказал. Но это еще не все ништяки. Заказал я квадратный номер, потому что так будет красивее. Не знаю, на переднюю часть автомобиля можно вешать его, нет, на задней части у нас уже давно такой висит. Но я думаю, тонированным тоже нельзя кататься, но я катаюсь, так что посмотрим, что скажут сотрудники ДПС. Отдал я за него, по-моему, 2000 рублей. Так что спереди у нас тоже квадратный будет. Ну и рамочка сегодня купил, 250 рублей. Будет как-то так. Надеюсь, будет по кайфу. Цвет у нас необычный. Он там весь переливающий, как хамелеон. Очень сложный. Так что, надеюсь, вам понравится. Погнали быстрее забирать тачку и смотреть то, что у нас получилось. Вводи мой промокод AbramTV, он даст тебе бонус аж до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривай этот видос до конца и вперед. И смотрите, что у нас получилось. Давайте честно. Зачем мы это делаем? Тратим столько денег, которые можно было бы потратить на что-то более интересное. Я уважаю мнение людей, которые смеются над нами и думают, вон, смотри на этого идиота, громкий выхлоп, низкая тачка или разноцветная тачка. Но мы такие. Для многих это просто средство передвижения, чтобы добраться из точки А в точку Б. Но про эту точку зрения мы полностью забыли. Для нас это больше не средство передвижения. Само передвижение ушло далеко на второй план. Это продолжение нас самих. Этим мы можем показать то, чем или кем мы в реальности можем и не являться. То, как машина смотрит, агрессивность или размер, все это. И я знаю, над чем все смеются. Но вообще это совершенно не важно. Мы это видим, но совсем не воспринимаем. Потому что удовлетворение, которое нам дарует машина, гораздо больше. Работа над ней, боль, болт, который не откручивается. То, в чем не автофанат сразу бы сдался. Но мы-то боремся за свою цель. Цель, которая другим совсем непонятна, но если в тебе есть этот ген, если в тебе есть эта болезнь, если ты вдохновляешься тюнингом или самой машиной и ездой на ней, тогда это тебе не мешает. Ты вставляешь ключ, поворачиваешь, и мотор заводится.
Что, пацаны, прикольный цвет? Классная тачка. Классно? Вообще. На ютубе смотрите. Чё? На ютубе смотрите. Да? Какой да. канал? Абрам ТВ. Мы вам, видишь, снимаем вас. О, здрасте. Так что Абрам наберешь, найдешь. Сколько сможете? Сейчас только смолярки жалко. Знаешь, есть же такая поговорка, что Марк на столб наматывается. Да. Пока жалко, я пока потихоньку. Давайте счастливо, пацаны. Народ оценил тачку, говорит, цвет классный, Марк классный. Говорит, боком сможете? Нет, боком не смогу, пацаны. Я ждал ее больше месяца, смолярки, и не хочется опять туда возвращаться. Давайте мы потихонечку доедем до гаража, отметим это дело, ну и потом уже будем боком. Цвет, пацаны, на самом деле очень интересный, смотря под каким углом посмотреть. Если на солнышке он чем-то напоминает тот самый цвет, который у меня был до этого, Марк, такой красный, яркий. Если загнать машину в тенек, она уже темно такая, бордовая, как, знаете, спелая вишня, вот такой цвет. Мы очень долго думали, как покрасить. Изначально мы хотели серый, потом у нас второй вариант был сделать уже белый первомутр. Ну, а потом решили что-то интересное. Какие-нибудь там синий, зеленый, мы не рискнули. И подумали, что вот такой цвет идеально подойдет. И он переливается. Иногда он такой, смотришь под разными углами, кажется, как будто краска уже другая. То черная, то красная. Такой весь интересный. Но внимание он привлекает. Так что по Марку у нас еще есть планы. Будем его дорабатывать, будем делать. Ну и будем радовать жителей яркой машиной. Потому что серых, белых машин хватает. А такой яркой внешности мало встретишь уже на дорогах. Марк преображается. Вспомните, каким он был, каким он стал. Небо и земля. Забыл, кстати, вам, пацаны, сказать, и мы это вам на камеру не показали. Нам пришлось вырезать переднее лобовое стекло, чтобы покрасить тачку. Заднее стекло тоже вырезали. И за эту процедуру я отдал 6 500 рублей. Ну и хотелось бы выразить огромную благодарность пацанам, кто занимался с этой машиной. Намучились они знатно, потому что, ну, были ряд недочетов и мучились с этой машиной. Но сделали, покрасили, получилось, как вы видите на своей картинке. Блестит, сияет. Так что, в частности, Паше и всей команде большой респект. Также краска FX Color, не забываем, кто хочет индивидуальный прикольный цвет, переходите по ссылкам в описании и найдете себе подходящий цвет, который не встретишь на дорогах общего пользования. Ну что, пацаны, последние у нас мгновения полюбоваться этой машиной. Скорее всего, сейчас приеду в гараж и загоню ее в гараж, и не буду ей пока что пользоваться, потому что дороги у нас капец какие плохие, и, если честно, жалко. Ну, я еще ни одного слова не сказал про обвес, который я раньше покупал, но вы видели в этой серии родной туриковский обвес, просто замечательно подошел. Здесь морда у нас преобразилась однозначно, агрессивнее стала смотреться. Плюс пороги, мы же их переварили, вы помните, да, в предыдущих выпусках? Сейчас такая аккуратная накладка. Ну а по задней части автомобиля, он такой вот коротенький идет, квык его называют, скорее всего. Задний значок тойотовский мы покрасили черный матовый цвет, хром убрали отсюда. Ну а значки убрали, тут у меня 4WD было написано, тут Mark II, не стали вешать. Ну и квадратные номера на своем законном месте, спереди, сзади. Вы прекрасно уже, наверное, заметили и без меня. Так что, пацаны, надеюсь, вам цвет зайдет. Пишите обязательно комментарии. Также подписывайтесь на все соцсети. Это телеграм-канал, у нас там уже больше 15 тысяч человек. Мы там общаемся, мы там обсуждаем различные темы. Ну, я туда и пощу всякие фотографии и анонсы, где смотреть мои ролики. Надеюсь, этот ролик будет на ютубе. Все ссылочки в описании. Переходите, подписывайтесь. Ну, а с вами был, как всегда, Абрам. До скорых встреч. Будем тюнинговать, будем дорабатывать машины. Всем пока. Ну, фотографируют. Вот это я понимаю. Это я понимаю интерес к тачке.